свой профессиональный опыт, свой хороший труд, добросовестный труд, наверное, честный труд. Ну, возможно, что-то для быта, алкоголь. Билет на мюзикл, вот, в Москву. Как-то денежно, возможно, средствами. Свою какую-то, мы будем говорить, преданность своему делу. Скалку, нет, сковородку. Не знаю, что-нибудь такое, бытовое, наверное. Раньше же были вот династии. Может быть, привести потом будущее поколение своих детей, внуков. Ну, мне кажется, какой-нибудь праздник, выступление. Обязательно цветы. Обязательно. Красивый букет цветов. Пена для бритья и бритва. Раньше футболистам дарили по Волге. Какой-нибудь памятник, я не знаю, скидывается на памятник, что-то там распечатают, какие-нибудь положения, не знаю. Команда выиграла футбол, Волгу подарили. Наверное, какие-нибудь карточки, цветы обязательно, конфеты. Машины, сабвуферы, золото, серебро. Ну, подарочные карточки. Ну, пускай будет поход в спа-салон, в баню, в сауну. В основном деньгами, ну, кому как нравится, они сговаривают, скорее всего. Они свой труд дарят. Бронежилет. Романтический ужин, например. А, футболисты, ну, чаще всего победу или какие-то голы, например. Вот это будет, наверное, подарок.